Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Гусанёк, Сильвер, Госдума, I love to fly, Саврокс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Смотрите, какая у нас сегодня замечательная и классная карта, на которую мы не записывали очень много тысяч миллионов лет. Будем убегать от аниматроников из фильма. Если будете кушать, приятного аппетита, мы начинаем выживать, веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. Сначала мы хотели сделать так, чтобы здесь бегали NPC-шки, но они настолько не знают эту карту, поэтому у нас сегодня будут настоящие люди, и начинают у нас ОЛТВ. Кто первый проиграет ОЛТВ, тот самый лучший игрок. И обязательно досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет очень много аниматроников и один выживший, так как с каждой смертью аниматроников будет становиться все больше и больше. И это означает, что вы прямо сейчас должны что сделать? Правильно, поставить лайкосик. Карта, кстати, намного больше, чем на обычной мы записываем. Там есть еще больше карта. Если вы хотите, чтобы мы записали на гигантской карте цветной лабиринт, напишите, мы хотим, и мы обязательно это сделаем. Только мы это сделаем, скорее всего, Атабунг. Это очень Привет. Секретное место, такое никому не говорите. Вот так, вставайте сюда, вот. Давайте. Пацаны, он идет. А, я пошутил, бегите, я шутку. Все, тут стоим, вот тут мы сможем убегать. Кстати, вы понимаете, что это играют настоящие люди, у нас есть шанс всегда их обмануть. Эти аниматроники убивают только в притирку. Надо прям подбежать и схватить. Слышите? Где? Бегите! Он пожертвовал своей жизнью. Ну, Госдума, ну, молодец. Тут все стоим. Вот так вот. Все, пацаны, мы сможем чекать. Вот он бежит. Бегите, пацаны. А, он там, беги, Гусанёла. Ребята, начинается веселье. Дима, сюда, а ты прав. Он за мной. Максим. Он за мной! Сюда. А! Я что, умер? Я застрял. Ой, что? Что со... Что за кусок карты, я застрею здесь? У меня что, ноги кривые? Во! Смотрите, какая офигенная нычка. Тут меня никто не найдет. Да, на этой карте можно запрятаться. Буду максимально здесь тащить. Долго. Во, все, здесь стоим. Так, а кто у нас еще в живых остался? А ты сам жив? Да. О, опа. Вон. Вы же понимаете, кто останется последний выживший, тот будет победителем. Давай, мочи его. Ну, Саврекс, ну что ты, Лофтуф не выиграл. Я сейчас найду Диму и подставлю его. А ты меня не найдешь, я заныкался. Тут на этой карте очень есть классные нычки. Ух ты ж, блин, реально хорошие нычки. Правда, запутаться в них легко. Ну ничего, ты сможешь запутаться. Так, друг друга мочите. Как страшно. Боишься, да? Надо уходить с места преступления срочно. Беги. Фу, блин. Ого, он прям возле меня пробежал, это было очень страшно. Да блин, тут кусок карты, где люди застреют. Если получается, я здесь застрею, значит я не матро... Гусанёк, я что, последний остался выживший? Да. Ну через стенку убил. Ну ничего. Режим крысы еще никто не отменял. Я победитель. Я до сих пор не верю, что я хоть когда-нибудь в жизни выиграю вас всех. Вот это они бегают тут все, и никто меня не найти не может. Представляете, как круто? Я уже выживаю 4 минуты. Какой я красавчик. Даже 5 минут. 6. Погодите, мы найдем. 20 тысяч минут. Вы меня не найдете. Я могу вам дать подсказку, если вам сложно. Давай. Я в лабиринте. Ой. А хотя цвет хотя бы скажи. Хорошо, голубой с красным. О, да. Давай, я жду. Там такие столбики, я вокруг столбов буду бегать. Но там тяжело мне найти. Там есть такое место в уголку. Если сесть на корточки, то не очень меня хорошо видно. Но я, если вы меня зажмете, я уже не выйду. Он тут. Нет, я слышу, как вы. А, ладно, да. А! Блин, да ладно! Да блин, ну ё-моё. Да все, я тогда буду начинать. Все, пацаны, молодцы, все молодцы. Так, я беру не сильно быстро. О, давайте возьмем Чикатило. Чикатило. 3, 2, 1. Я выдвинулся на охоту. А я иду гусенька мочить. О, тут вообще тяжело, в принципе, передвигаться за аниматроника. Головой тут трусь.
Не поддавайтесь ему, пожалуйста. Пожалуйста, поддавайтесь. Не, не надо поддаваться. Я хочу гусенька первого убить. Давай. Но это буду не я. А где все? О, а где ты? А, вот, где вот ты? Есть, есть. Я тебя не отпущу. Ты умрешь. Пожалуйста, убеги, кто закрывает. Убеги! Да блин, левая или правая кнопка выше? Я не ту кнопку нажимал. Левой, правой. Ой, левой. А вот ты где, на. Эй, новые ноги, не стреляй по ногам. Я должен тебя замочить. Буду стрелять. Так. Сейчас надо найти нычку от тебя. Ты не найдешь ее. Найду, найду. Это невозможно. А, бежим, бежим, бежим. Погнали. Лабиринт реально запутанный. Я заблудился в трех столбах. Соснах? Ну, да. Будет соснах. Так давай покажу нычку. Я вот нашел, где можно хорошее место найти. Только надо, ну, надо продвинуться, не умерев. Так, вот сюда. Нормально. Да блин, я вернулся в то же место, откуда начинал. Вот сюда вот давайте. А если я сейчас зайду, где вас много, я сразу всех могу убить. Есть! Отлично! Гвессанелла, ты следующий. А все, я не первый умер, поэтому все. Ты не лох? Меня подставили. Это вот специально тебе сказал, иди вперед, ты видел эту фишку? Это был красавчик. Обманщика не обманешь. Блин, ну Дима, я хотел уже в нычку пойти. Ну я за тобой иду просто вот так вот, прям рядышком, в притирку. Ты уже от меня не уйдешь. Я буду преследовать тебя до конца твоих дней. Ох, сейчас... Вижу! Вижу! Еще один слился, так, уже нас трое. Трое в семье. Три брата-акробата. Так, я хочу гусенька убить. Я иду по запаху вонючих гусей. А чё гусей? Давай вонючих лап. Хорошо, вонючих лап. Гусей? Не надо. Так, раз настроим, мы теперь можем окружать их по карте. Так, у нас сейчас получается как поделилось? 3 на 4, да? Ну да. Смотри, второй раунд. А! Так это я! Ой. Ну что ты? Ну это я невкусный. Ладно, вкусный. Так, давайте возьмем другого аниматроника. Стоямба! Я тебя найду! Так, куда он побежал? Так, вроде бы сюда, направо. Эй, чё никто? Есть! Госдума, ты был хорошим человеком. Подождите, это кажется... Это означает, что мы втроем остались живы? Да. Гусенек, я хочу, чтобы ты не выиграл. А мы тут в одном месте стоим. Так зря, лучше бы разбегались, потому что вы втроем, скорее всего, умрете. Я ж могу одновременно всех убить. Ну, я так думаю. Ой, слышу. Это я! Да ну вы что испол... А, так я тебя убил. Да. Это обстоятельства. 1-1, Димас. Окей. Я знаю, где вы. Смотрите, я вам даже покажу, где они. Вот. Вот это место, где они находятся. Смотрите. Вот, я сказал! Так, ну туда они никак не достанут, поэтому они вот здесь вот. Ну да. Блин, тут такое непонятно, где потолок Денис. Вот тут гранаты взорванные. Скажу, как легче искать. Включайте первое лицо и бегайте. Не-не-не. Мне от третьего лица проще как-то играть. Есть, ЛТВ! Что ЛТВ? Красавчик. Так, что у нас? Гусенек остался и кто еще? Сильвер. Ну все, пацаны, сейчас будет решаться, кто из вас лучший игрок на этой планете. Я знаю. Где, если ЛТВ я убил тут, значит они где-то рядом. Да. Так мы уже давно разбежались. Я их разогнал. Ну реально, блин, зачем ты нас разогнал? Хорошая ничка. Ну блин, я стою, смотрю, и там вижу, из стены вылетает аниматроник. Да я случайно пролетел, потому что я эту часть карты тебе найти. Но я же не гнался с тобой, или это, летая. Да, ну, хотя идея хорошая. Я испугался. Не бойся. Отлично. Ой, все, гусанечек, ты выиграл. Ура. Если ты теперь продержишься больше, чем я, то ты лучший игрок. А я долго стоял там за углом. Да блин, Саврик, зачем ты там за углом? Время пошло, пацаны. С этого момента гусенек должен прожить хотя бы минуту. Я где-то минуту выживал. Вот я не помню, но где-то так приблизительно. Кстати, тут... А это наш? И I love... Туфли. Мне нравится туфли. Гусенек, ну где ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Убили? Все, гусенек, ты меньше меня продержался.
Ребята, будет сейчас решающий раунд, кто лучший аниматроник. Кто победитель, понятно, это я. Хотя это случайно так получилось, обычно я сливаюсь. Теперь будем выяснять, кто лучший аниматроник. Сейчас у нас будет режим ПВП. Кликай там мышкой. Слышишь, да? Я убил! Да. Ну нет! Блин, ну это нечестно. Ладно, это честно. Так, гусанек. Love it to fly. Чё так просто? Так, и кто еще? Вот. Ай-яй-яй-яй. Кто кого я так и не понял? Да блин, мне Дима помешал. Да я не могу, я не хотел, я специально не помешал. Так, я считаю реванш. А, ну хорошо, давай, в этом же месте встречаемся. Пожалуйста, не летайте рядом, вы мешаете. Я не хотел, я хотел снять. Все, давайте туда, я вот так в уголку встану, вы до пяточки деныкался, давай. 3, 2, 1, давай, гусанек. Ну! А может ничья быть? Ооо, гусанчелло, молодец! Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока!